Дорогой Славик, я тебя хочу поблагодарить от всего сердца за такие очень эмоциональные фильмы, которые, как ты хотела, затронули сердце юриста, потому что... Мы, конечно, знаем, что Европейский суд по правам человека сталкивается с многочисленными проблемами, связанными с большим количеством жалоб, с недостатком ресурсов и всего прочего, но очень часто, к сожалению, юристы должны забыть об эмоциональной стороне дела и думают только о юридических вопросах. Поэтому хочу тебе сказать спасибо большое за то, что ты показываешь сторону заявителей, их трагедии, их истории, судьбы, которые могут быть сломаны. И большое тебе спасибо за фильм «Мать», потому что у него другие аспекты, но очень-очень-очень хорошие. Спасибо тебе большое, удачи!